Jó, hogy jó. És zapis köszönjük, hogy megviszik. Ну ты мне, конечно, польстила. Нет, как я наоборот. Ой, нет. Машунь, грустный только немножко, да? Ну, лапусь, ну, я и предупредила. Мне не журнал «Крокодил» 68-й год. Ну, когда он сидит один... Ну, мне надо все, у меня когда ответы мне сегодня спрашивают, что ты грустный? Да не, ну, нет слов. Не, ну, ловил абсолютно. Да. Ну, много видит. Все происходящее, он что, веселится и пишет, когда свои абсурдные картинки. Обалдеть. Но я тебе хочу сказать, что у тебя, конечно, абсолютно. Как ты уговариваешь, пусть основной человек, понимаешь? Да? Пожалуй, еще выпьем. Yes! За нас, за творцов! Матом же нельзя, тут нас снимают. Можно матом, это же... Ну, это охуительно. Вот сейчас я глаза, конечно, да. Тебя всегда выпадают глаза. Удивительно. Как ты улавливаешь тут, вот, непонятно. Машенечка, твоё? Нет, нет, я тебе хочу сказать, что... Ну, твое. Это удивительно, слушай. Странно, за такое короткое время вдруг бац. Да, тут меня поражал всегда. И все, есть и выражение, понимаешь, и настроение. Ну, здесь, согласись, уже два портрета, да? Начинала одно, я полностью перебила. Ну, сейчас первый был уже практически готов. Да, 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 вот, ладно. Ну как, он же был схвачен, ну, он схвачен. Просто был более общий план, скажем так. Ну да. По-операторски говорят. Тут просто укрупнилось. Да такой типа. Спасибо, Таня. Я дадю тебе, мы дадим с Володюшкой. Запоздала. Запоздала этот... А, у меня же был день рождения. Ну да. Тут у меня бок сейчас левый заболел, да. Понимаешь, и я надеюсь, что тебе это вот такое вот... А то у вас будет греть. Энергетически. Вот. Примите от нас, пожалуйста, этот подарок. Ну, где-нибудь на даче найдете место для такого маленького формата портрета? Я думаю, что дачу, но место для него найдем. Спасибо, друзья. Ну. Нет, а там у нас есть хорошая, кстати, стена такая, прям по центру. Могу единственное в ответ только напиться. Могу официально сказать, что Сережке Воронову подарок такой не светит. Нет, светит, но может быть еще от кого-то. Ну, не греет. Может, от кого-то. Может быть, на его 55 кто-нибудь сподобится ему подарить. Ну, клёв, офигеть. Да, то есть вы... Скажи, а... Машунь, сфоткай меня с ним. Я сразу этого айфона. Лап! Но у меня на айфоне плохо получается, лапы. Ну, плохо получается, все. Ничего. Машунь, посмотри, правда ли?